Перевыполнили план. В Самаре по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» в этом году обновлены уже полсотни дорог. К первоначальному плану добавилось еще 11 объектов, три из которых в микрорайоне «Крутые ключи» – улица Маршала Устинова, бульвар Финютина и улица Мира. На ремонт проезжей части около 40 самарских дорог было направлено более 370 миллионов рублей. После завершения основного ремонта в результате грамотного перераспределения средств деньги нацпроекта было решено направить и на другие объекты. Один из таких – на улице Мира. Ташкентская – это один из дополнительных объектов, который также мы делаем в рамках выступивших средств. У жителей были многочисленные нарекания на улицу Ташкентскую, на участке от Старозагоры до проспекта Карла Маркса. Сейчас там выполнен также ремонт картами. И также мы включили дополнительный еще участок Ташкентского переулка от Карла Маркса до Черемшанской. Он тоже находился в неудовлетворительном состоянии. И по многочисленным обращениям жителей было рассмотрено их предложение, и мы также включили этот участок в ремонт. Ранее на участке от бульвара Ивана Финютина до железнодорожного переезда были дефекты покрытия, многочисленные выбоины, а также просадки колодцев. В течение года для поддержания дороги в нормативном состоянии выполнялся аварийно-ямочный ремонт на общей площади 600 квадратных метров. Такая поддерживающая мера позволяла эксплуатировать дорогу до включения ее в перечень ремонтируемых по нацпроекту. Кроме укладки асфальта, подняли на проектную отметку 26 дождеприемных колодцев, а не вровень с новым покрытием. Все это необходимо, ведь дорога востребована автомобилистами. Здесь прилегают маршруты общественного транспорта. Пробы асфальта взяли на лабораторную экспертизу. Дорога проверку прошла. Отверстия после отбора проб будут заделаны в ближайшее время той же асфальтобетонной смесью, которая использовалась при ремонте дороги. В скором времени на участке появится осевая разметка, два светофора, мигающие желтым, опоры для них уже установлены. Предусмотрены и лежачие полицейские, чтобы автомобилисты не разгонялись по обновленной дороге и своевременно сбрасывали скорость перед пешеходными переходами. Разметка уже нанесена. Сделали нам недавно асфальтик. Вообще суперский, прям приятно стало ездить. Но не хватает нам еще разметочки здесь, надо разлить, потому что не все водители понимают, как ездить. А так прекрасно все сделали. Можно было ездить, а сейчас сделали, еще лучше стало. Ну, то есть, все прекрасно. Как бы она не была слишком ужасной? Ну, не совсем была убита, но подремонтировали, нам приятно ездить по этой дороге. Везде пешеходные дорожки, все хорошо, очень удобно. Водители пропускают, жаловаться нельзя. Я хожу, и на Финютина хожу. Ходить надо, дома сидеть тоже нельзя. Вот хожу по магазинам, сама прогуливаюсь. Всего в этом году при поддержке нацпроекта в районе «Крутые ключи» было сделано 3 дороги. В целом работы на объектах завершены. При этом капитальный и комплексный ремонт продолжаются. Отставания от графика нет, а на некоторых участках подрядчик идет с опережением. На всех этапах дорожно-ремонтной кампании организуется общественный контроль. Основные задачи нацпроекта – не только обновление дорог, но и также повышение безопасности движения. Валерия Куценко, Николай Сидоров. События.